Всем привет! Снова здравствуйте! Вот находка такая в интернете, онлайн, конструктор Лего. Любителям Лего посвящается. Называется mecabrik.com. В принципе, здесь все простенько, цвета, добавки, все вот эти вот детальки, колеса, тарелки, растения, короче, все тут есть. Вот вы выбираете, и вот здесь у вас вот появляются разные наборы. Вот здесь вы можете переключаться, их тут очень много. И здесь также можно делать танки, самолеты, людей и, короче, много всего разного. Вот вы можете здесь найти диски, покрышки, все что угодно, но нужно авторизоваться, зарегистрироваться. И вот я уже вторые сутки жду. Именно когда пройдет модерация, в принципе, я здесь могу работать, все делать, но не могу именно вытаскивать отсюда вот эти модели и работать с ними в ZBrush. Здесь есть импорт, есть экспорт. Вот вы нажимаете, когда экспорт, жмете Opsformat, жмете экспорт, и вот он показывает учетную запись. Пользователя не проверено. Вот я жду, когда они меня проверят и напишут, что я могу этим делом пользоваться. В принципе, вот вы нажимаете на любую модель, колесико вертит с помощью Alt правая кнопка мыши, Alt левая кнопка мыши, пардон, вы можете ее крутить с помощью правой. И зажатым альтом можете ее поднимать, опускать. Ну и колесико вот так вот ее приближать, отдалять с зажатым. Также вы можете здесь менять цвет. Также можно ее здесь передвигать. Вот так вот перекручивать и так далее. Работать в принципе как гизмо. Так, что еще тут есть? Вы можете также нажать новую, нажать ОК, и это все отменится. Также все это можно сохранять проектом и уже здесь собирать полностью мотоциклы и всякую всячину. Так, транспорт, авиация. Посмотрим, что здесь есть. Вот есть пропеллеры. Если вы уже начнете делать самолет, допустим, ZBrush, ну вот вам уже заготовка, ее можно тут подкорректировать, перегнуть, переделать. В принципе, экономия времени аховская. Ну ничего такого, вот цвет материала, гибкие группы. В принципе, вот фотография, скриншот, здесь можно рендер также делать. Так что, тем, кому интересно, регистрируйтесь, ждите. Авторизуйтесь, и вот в будущем у вас, возможно, появится возможность поиграться в Лего. Именно тут или в другой какой-то программе, уже скачав какие-то детали. Не знаю, это разрешается, нет. В следующем видео еще расскажу, как тут что происходит. Ну, в принципе, мне понравилось. Много деталей, много возможностей. Что-то тут уже вот сделано, готово. Вот с этого можно сделать уже снаряд на миномет. Хвостовик уже есть. Прикольно будет для какой-нибудь армейской игры. Или, допустим, для двигателя какую-нибудь деталь обрезать, что-то вот это вставить. На мотоцикл, допустим, вот это вот классно подойдет. Ее еще в конус взять. Шикарно будет. Все, ссылку оставляю. Подписывайтесь, лайки, дизлайки, как обычно все. Все, всем пока.